Плеханов сегодня принял участие в заседании Госсовета. На повестке дня 25 вопросов, в том числе 12 республиканских законопроектов, 6 проектов федеральных законов и 2 законодательные инициативы субъектов России. Власти Татарстана намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков к 2020 году. Об этом заявил премьер-министр республики, выступая перед Госсоветом. Сейчас в Татарстане 33 проблемных объекта. Рустам Миниханов и руководители японской компании договорились о создании совместной рабочей группы. Она определит наиболее перспективные для сотрудничества направления.